Наша индустриальная магистратура прежде всего нацелена на подготовку востребованного специалиста. Это значит, что выпускники обладают практическими навыками, которые в первую очередь нужны работодателям. Сначала меня испугало разнообразие направлений, в которых предстоит разобраться. Но с пониманием страх ушел и появился неподдельный интерес. В ходе обучения и работы я принимала участие в различных проектах, самостоятельно решала задачи и также получала помощь, если мне это необходимо. Это незаменимый опыт, который научил меня разбираться в проблемах глубже и смотреть на них шире. В магистратуре меня сразу же привлекли к участию в научных разработках, конечно же, за зарплату. Моим первым заданием было создать алгоритм работы устройства, который, кстати, до сих пор производится и продается. И когда результат твоей работы столь осязаем, то понимаешь, на что ты потратил годы своего обучения. Несмотря на то, что я являюсь студентом первый год, месяц назад я выиграла один из конкурсов, проводимых в университете ИТМО. И сейчас являюсь руководителем проекта, связанного с применением волоконной оптики в медицине. У меня есть возможность совмещать образовательный и рабочий процесс, консультируясь при этом с преподавателем по всем интересующим меня вопросам. Мне нравится быть студентом и сотрудником, работающим над реальными проектами одновременно. Подготовкой таких специалистов занимаются сотрудники научно-исследовательского центра световодной фотоники в рамках образовательной программы «Световодная фотоника и программируемая электроника». С первого курса обучения студентов привлекают к реальным финансируемым проектам, что позволяет им попробовать себя в рабочих условиях, а также понять, для чего нужны приобретенные знания и навыки, для решения каких задач они пригодятся и что можно делать с этим опытом в дальнейшем. В рамках образовательной программы студенты выбирают одну из трех специализаций, каждая из которых представлена своими направлениями и лабораториями научно-исследовательского центра световодной фотоники. Проектно-конструкторский модуль представлен двумя лабораториями – лаборатория программируемой электроники, а также лаборатория моделирования и программирования. Основная цель проектно-конструкторской специализации – это подготовка инженера-специалиста в области инновационных систем оптической связи и высокоточных сенсорных систем. Программируемая электроника – это мозг любого цифрового устройства. В рамках модуля студенты получают практические навыки проектирования печатных плат, программирования встроенных систем, микроконтроллеров, БЛИС и систем на кристалле, а также изучают электронику и системы связи. Производственно-технологический модуль позволит начать работу в лаборатории моделирования и программирования, а также в группе теоретической физики. Основная цель производственно-технологической специализации – приобретение опыта разработки систем управления и контроля прецизионных волоконно-оптических систем с использованием современных технологий искусственного интеллекта, методов машинного обучения и цифровой обработки сигналов. Основная цель научно-исследовательского модуля – это подготовка профессионалов в области современной фотоники и применения нанотехнологических решений. Здесь вы научитесь ставить цели и задачи для проведения экспериментов, освоите различные методики и подходы к реализации научных исследований. Световодная фотоника – это не туманная перспектива будущего. Это то, что строится сейчас руками и умами молодого поколения. И вы можете быть к этому причастны.